Добрый день. Здравствуйте. Вчера вы приехали на сутки. Расскажите, как они у вас прошли? Ну, в принципе, надежды умирали уже вечером. Потому что пока не стемнело, у меня ни одной поклевки не было. После 7, как стемнело, первую взял. И потихоньку пошло. Ночью было затишье. Под утро опять начала брать. В основном все на пасту. А на резину за сутки было 2 поклевки, из них 1 реализованная. Что могу сказать? До утра шли мамки хорошие. С утра, может быть, запуска, не знаю, ну, пошла помельче. Ну, в принципе, рыбалкой остался доволен. Спасибо. Трем пискарям. До скорых встреч. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До скорой встречи.